Приветствую вас, друзья, на канале Распаковки на YouTube. Сегодня у нас на обзоре набор экстракторов, приобретенных мною на сайте AliExpress. Экстракторы предоставляются в черной коробке. Характеристики данной коробки. Длина порядка 87 мм. Ширина порядка 62 мм. Коробка оборудована защелкивающим механизмом. Внутри коробки расположены 4 экстрактора, имеющих нумерацию 1, 2, 3, 4. Каждый экстрактор своей конструкции имеет сам экстрактор, который имеет левую резьбу, и сверло. Характеристики экстрактора номер 1. Длина порядка 50 мм. Наконечник экстрактора порядка 3 мм. Сверло 3 мм. Экстрактор номер 2. Наконечник экстрактора 4 мм. Сверло, соответственно, тоже 4 мм. Экстрактор номер 3. Наконечник экстрактора 5 мм. Сверло 5 мм. Экстрактор номер 4. Наконечник экстрактора 6 мм. Сверло 6 мм. Следует отметить, что в конструкции этого инструмента нет ничего сложного. На вид это стальной стержень, на конце которого нарезана левая резьба. Работать с ним просто. Необходимо высверлить отверстие, обязательно учитывайте, что сверлить нужно строго по центру, не смещая отверстие в сторону. В противном случае вся вращающая сила экстрактора будет смещена, и вы не выкрутите сломанный болт, а также можете сломать сам экстрактор. Вкручивать экстрактор нужно против часовой стрелки, в отверстие болта. Когда он зайдет до упора, то начнет выворачивать болт. Итак, испытание самого экстрактора. У нас есть шуруп со сорванной насечкой. Первым делом мы просверливаем отверстие экстрактором. Вставляем экстрактор в шуруповерт, включаем реверс и засверливаемся. Потом переворачиваем экстрактор, вставляем шуруповерт, включаем реверс и выворачиваем сорванный шуруп. Видим, экстрактор справился со своей задачей и извлек сорванный саморез. Подводя итог всему, могу сказать, что инструмент оправдался и возложены на него ожидания. Стоит он недорого. Ссылки на продавца в описании. На этом, пожалуй, все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте видео. Всем пока!